Для богатейших людей планеты деньги не вопрос, когда речь идет об уникальных и очень крутых вещах. Давайте посмотрим, что мы с вами могли бы себе позволить, если бы имели бездонный бумажник. Самые дорогие пельмени можно отведать в ресторане для русских иммигрантов Golden Gates в Нью-Йорке. Уникальность их в том, что в их состав помимо телятины, лосятины и свинины входит железа глубоководной рыбы факел, в результате чего даже при умеренном освещении пельмени излучают сине-зеленый свет и при этом абсолютно съедобны и бесподобно вкусны. Порция из 8 пельменей опустошит ваш кошелек на $2500. Цена за сутки проживания в лучшем номере отеля «Президент Вилсон» в Женеве равна $81 000 в сутки. Здесь 12 комнат, 12 ванных и просторная терраса, откуда открывается вид на Женевское озеро и гору Монблан. В номере также есть бильярдная, бар с огромным выбором напитков, библиотека, собственный фитнес-центр и обеденная зона на 16 персон. Однако, несмотря на такую высокую стоимость, желающих поселиться в этом номере всегда много, поэтому бронировать его нужно заранее. Самая дорогая в мире икра – это икра серебристого цвета. Производит ее белуга альбинос – рыба, проживающая в водах Каспийского моря. Ее икра упаковывается в 100-граммовые баночки из чистого золота и продается по цене в $2500. Американская девушка по имени Натали очень хотела учиться в университете. Обучение платное и недешевое, а денег-то нет. И так уж получилось, что сберегла она себя от посягательств соседей и одноклассников, то есть девственницей была. Девушка организовала в интернете аукцион, на который и выставила свою девственность. И торги окончились на отметке $3.7 миллиона. А вот и самый дорогой презерватив от Louis Vuitton за $68. Кроме логотипа производителя, ничего особенного в нем нет. Наверное, он просто модный. Самое дорогое здание в мире – Marina Bay Sands Resort, расположенный в Сингапуре. На его строительство потратили $5.7 миллиарда. Это три отеля-башни, доминирующие над горизонтом, связанные между собой проходом на самом верху. На перекрытии находится огромный и потрясающий небесный парк с бассейном. В гостинице есть 2561 гостиничный номер, выставочный центр, музей, два больших театра, 7 ресторанов и даже 2 ледовых катка. Десерт мороженое Frozen Heart Chocolate, который подают в одном из ресторанов Манхэттена, обойдется сладкоежке в $25 000. Специально для холодного шедевра изготовлена вазочка, украшенная золотом. В ее основании браслет из 18-каратного золота с белыми бриллиантами общей массой 1 карат. Сверху лакомство украшено 5 граммами съедобного 23-каратного золота. Самый дорогой в мире гамбургер обошелся нидерландским ученым в $332 000. Все потому, что мясо для него на протяжении 3 месяцев выращивалось в лаборатории из стволовых клеток коровы. Впервые в истории человек смог попробовать на вкус синтетическое мясо. Возможно, в ближайшем будущем и вегетарианцы смогут, не боясь греха, наслаждаться котлетками благодаря данной технологии. Спичек, похожих на эти, до сих пор никто не выпускал. Причина в том, что блок, в котором находится 100 спичек, сделан из цельного куска дерева. Сначала брался цельный кусок дерева, и после этого вытачивались все спички, без клея и дополнительных материалов. Естественно, подобные креативные спички не могут стоить столько, сколько стоят обычные, поэтому их цена $48. Вот вам и наглядный пример, как с помощью полена и лобзика можно зарабатывать неплохие деньги. Самый дорогой современный автомобиль в мире – Lamborghini Veneno Roadster. С 6,5-литровым двигателем до 100 км в час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 355 км в час. Стоимость агрегата составляет $6 миллионов. Но не спешите продавать почки или закладывать недвижимость. Все 9 моделей этой карбоновой ракеты уже проданы. Кто хозяин и что они делают со своей игрушкой в данный момент, никто ничего не знает.